мне говорит, скамейка 360 лошадей, но с этой экономикой тут купить хороший мотор долго не получится. Но мигалки купил, чтобы хотя бы по правилам. Разрешение. Так, как у меня мигалки включается, хер его знает. Погрыз взял. На Селихина 90 тонн. 16,93 рубля за километр. То есть по максимуму идет за 16 тысяч. Лес тащил с Нижнетамбовского за десятку на Селихина. Так соляры сжег на 12 тысяч. А с 360-м пешком невыгодно туда ездить за лесом. Лошадей 500, туда можно еще. А хоть с места тронется, нет? Мигалки включить. Так, включаем. Давай, трогайся. Еле. Полный газ. Не, 360 на одной оси. Хер довезет, довезу, наверное, с полезным. Сцепление сожгу. Статон. Давай, разгоняйся. Так, у нас горки там на мост после поста. Здесь гора на мост. Там еще есть одна горочка. По мосту 15 километров в час скорость. По правилам дорожного движения снеговоритом. А так 60. Thank you.
сколько я еще дам? 110. По идее, мусора должны остановить по-любому, когда машина идет с таким габаритом. Будем считать, что они уже проплачены начальству. Разгон в гору. Когда машина на малых оборотах, дизель работает, он начинает идти чуть ли не в разнос. То есть, по идее, должен идти черный дым, но мощность движка увеличивается кратно. Здесь то же самое, там едешь на малых оборотах, она держится. Нам ничего посмотреть не будем. Платят-то хорошо, а вот на топливе-то, конечно, разориться можно. 20 литров в час сейчас идет расход. Либо 160-170 на сотню. Давай-давай, разгоняйся. Большая нагрузка на седло, передок подпрыгивает, блядь.
зажатый. Сороковник разогнались. Сейчас горочка умрет сразу. Чего эти мешаются? Шевели болтами, блядь. Мост пасет, Лепи у тебя забрал, да, Рено Магнум? Тоже не габаритчик. Заглохнем. Газу поменьше давать. Расход будет 10 литров, да, в час. Полный газ 20 литров, да, практически. Надо газ поменьше убавить. Пусть вот так заезжает, солярки поменьше. И встает на асфальте шлифует. Доберется. Поехал.
А 260 лошадей это 90 тонн. Толкач нужен сзади. Идея колес должно быть лепешку нахуй задним мостом. И передок тоже должен быть расставлен. Заправляться надо вот уже полбака. Третий умирает. Мосту так-то надо тормозить 15 метров в час, но если он доедет, что мусоров нету, скорость надо, чтобы хоть по инерции в горку куда-то залазить. Ну, 90 тонн, 60. Сколько это по инерции проедем? Проскочить нормально, поворотики эти. Ешь ты, блин,
вскакивает. Здесь поворот надо проскочить. Подъем здесь. Солянка есть, поспать можно. Вот этот поворот. Нет, он тот, он где стоит. Кочки похер. Машина едет. Она стоит. Проскочим. Нет, не проскочим. Тормозим. Тормозов нет. Сука. Да, не высоту остановить. Тяжеловато. Езжай! Встал. Куда ты жмешься? Всем пропускаем, сигналим, чтобы никто на встречку не шел. Стоишь, пропускаешь, обосрался, да? Хомячки сейчас начнут. Взрослый дядя с ума сошел. Это, если бы в реале вот это происходило, то эмоции были бы вот такие же. Просто передаю атмосферу российской вот этих вот перевозок. Негабаритных. Почти доехали. Коллизия здесь, кстати, я переделал коллизию здесь, она по ширине бочки, то есть нужно обочины держаться, ямы, блин. Thank you.
здесь надо, чтобы никого не было. Иначе телегам всю обочину собирать придется. Да вес не говорит все-таки, но еще сдать надо. Включаем, нам пока не нужны. Мигалки тоже можно выключить. Соляры по баках. Выходит, не снесет забор у нас. В ширине проходит. Thank you.
Скамейка, конечно, под жопу получила за этот рейс. А что у нас по деньгам? 280 литров спалила, да? 280 литров. А заработали 16 тысяч. 280 литров, 16 тысяч. Так, а 280 умножить на 35. 9 тысяч получается, да, где-то? 5 тысяч заработали сверху. Что? Нормально. Хоть что-то. Дальние дистанции. Дорогостоящий, можно опасный. Может, контейнера появятся. Все, а тут где, чего у нас грузка, больше ничего нету, пустая телега только. Поедем в сервис. Починимся. Смотрим, что у нас с машиной. Напрягли. Починить грузовик. Так, что у меня тут получается? Колеса, шасси нагрузилось хорошо, движок 1% на 1456. Ну, в принципе, можно отремонтироваться. Денежки есть. Также можем здесь апгрейдиться, например, магазин апгрейдов. Так, движок. Важное, самое важное, движок. Что у нас тут? 500 лошадей. 19 тысяч, да? В принципе, деньги есть. Так, какой можно взять? 620, 730. На солярку тогда не хватит. Наверное, 23. Вот этот, за 620 возьмем. Нормально. Это сервис, это не гараж. Это сервис. Гараж вот дальше впереди. Вот здесь гараж. Тут гараж. С этим движком можно уже в Нижний Тамбовский ехать за лесом. Здесь солярки нет. Заправка у нас только сейчас в Комсомольске. Да. В Комсомольске. И там по трассе есть, в Нижний Тамбовском есть. Посмотрите, какие у нас грузы есть. То есть не говорит возить выгодно.
Но это при условии, что вот у меня трафик уменьшенный. А у всех, то есть по желанию, кто как, у всех на сильных компьютерах будет максимальный трафик. И вот с негабаритом тут уже, не повредив груз, конечно, будет тяжеловато. Так, груз у нас есть. Смотрим. Так, это заказы агентств, нам не надо. Грузы. То есть на нашем уровне пока за 4000 в Нижний Тамбовский телегу тащить, то даже солярку не окупишь, блин. За 4000 пустую с Селихина на Комсомольск. Бревна с Нижнетамбовского за пятеру. Так, ну это я уменьшу. Пустые телеги я уменьшу не 4400, а будет где-то 2000. А за 5000 уже груженую телегу тащить. Самосвал пустой за 16 тысяч песок, 32 тонны. Тоже с Нижнетамбовского в Комсомольск. Но там горы такие, что 16 тысяч тебе только на соляру 20 тысяч уйдет. Нижнетамбовская, Комсомольск, пустая телега за 8 тысяч. Это надо уменьшать. Это надо хотя бы за 6, за 4. Это я уменьшу. Что у меня еще есть? Есть у меня... Ни габарита нету. Так, большая картель. 25 за километр, 28 от полтинник, 50 рублей за километр. Молочные продукты в Скоропорт, с Комсомольска до Верхней Яконь. Вот за 2000 можно ехать. Там, в принципе, рядом. Новый Мир, Нижнетамбовская, порожнюю телегу за 8. Это я уменьшу. В общем, экономика очень сложная. Чтобы заработать, хотя бы движок какой-то купить, нужно рейса 4. Но мне хорошо помогло то, что не габарит вот этот взял большой. И то он как мучился в горах. Так что экономика очень будет интересная. Все, всем пока. Подписываемся на канал. Ставим дизлайки, лайки. До следующего видео.